Нихуя, или чё? Здравствуйте. Здорово, дружище, меня зовут Саша, хотя здесь в штате я князь Вендетта, не суть, усаживайся поудобней, наваливай пельмешек, ставь свой королевский княжеский лайк, ну и шо, погнали, сегодня у нас тут будет такая нарезочка, вам покажу, короче, что у нас происходило в семье, я нахожусь в семье Чикаголюкс, это топ-1 семья в этом штате, и если ты адекватный игрок, хочешь развиваться, участвовать в МПшках, то как бы вступай к нам. Тем более, сегодня я вам покажу, как мы разыгрывали четвертый рюкзак, самый дорогой, он стоит 10 тысяч, короче, в штате. Но если ты находишься в нашей семье и у тебя есть, скажем так, какой-то запас удачи, то, в принципе, ты легко это можешь выиграть, потому что частенько какие-то конкурсы допроводятся. И еще что хотелось бы отметить, ребятушки, это сервер штат Grand Roleplay проект. Нахожусь на первом сервере. Ссылочки будут в описании. Присоединяйся, ты получишь бонусы, я получу бонусы, все получат бонусы. Помогу, чем смогу, ну и, соответственно, в семью, если надо, приму, будет легче развиваться и будешь участвовать вместе с нами во всех тулёшках. Погнали. Такая милота. Блять, по ним можно? Сейчас нет, нельзя. Зачатину захотелось. Сейчас вроде кролик... нас будет убивать. Вода иди. Кролик вином в соусе. Офигею, что ли, и че? Из дома не выходить, пацаны. Так мы с этой хуйни даже в Ладе не можем выйти, тут перегородка, смотри, гора, какая. Что? Тут непреодолимое препятствие. Не перепрыгнуть. Можете, можете. Мы не можем? Не можем. Что, серьезно? Вот, вот, один ушел. Как? Блять. И он уперся в следующее. С калашами что? С пулеметами, блять. Князь, готов? Нет, нахуй, с сайгами сразу, ебаба, блядь. Давай, три, два... Подожди, нет. Так, секунду, а он через забор будет простреливать? Да, 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 да. Хоть бы ну не давай, блядь. Ну давайте удачи... Только не торопись, чтобы один выживший остался. Да, анимация, тут хуй попадёшь, блядь. За теннис не корт нельзя им тоже, всё, давай. Хорошо. Раз, два, три, удачи, ребятушки, всем. Спасибо. Охуеть, блядь. Пиздец. Охуеть, спасибо, папаша, блядь. Спасибо, подбили сразу первый. А, они с двух сторон стреляют. Так интересно. Да хуя, блядь. А кто-то, кто-то выбил, я в кого-то попал. Тут чувак бессмертный, я уже два раза попал. Все, пацаны. Успокойся, нахуй. Стреляй, блядь. Бля, там реально, ну, чувака не регает. Не знаю, там кролик бессмертный. Да ты меня хуяришь, блядь. Он меня ёб. Че, умереть или службу спасения? Службу спасения, умереть, это ход ТП. Ты вот сейчас с зайцами бегаем, это не ну, как бы ТРП так по полной, да? Ну а вдруг зажарить его хотел? Охотник поймал. Ой, в пизду, блядь. Да, бля. Такой себе. Хилиться нельзя. Бля, вы можете либо поднимать, либо добивать тех, кто лежат, за них стопаешься сильно. Вот на меня аж прям, блядь, нацелились в потерю, блядь. Да я Владика сначала не увидел. А он уже два выстрела упоминал. Я не понял, куда хуя даже. А следующее по какое? Все, конец. Одна я за патронами, князь, сейчас буду. Какой следующий МП? Следующее можно это... просто... это... Следующее они будут кроликами, а мы будем с оружием. Я говорю, классные МП, пацаны. Удачно, неудачно, типа, вот, что-то такое. Кто с анимацией сейчас бегает? Да, тут в голову пианим, как какой-то кролик баганный бегает. У меня, вам везет, у меня, походу, с этого расстояния почему-то не регают. Нет, через сетку не регает. Меня, ебать, регал с первого, нахуй. Владимир и Райан остались. Вызвать скорую можно? Володя, не трогай, блядь. Давай, Влад. Кто из кроликов умер, перезаходите. Куда перезаходить? В штат перезаходите. Так, двое остались.
Ой, да подожди, да не стреляй ты с калаша. Это уже нечестно. Это хуя какая. Не вижу больше. Я ники все равно не вижу, пацаны. Рандом. Я тоже не вижу. Я вообще я вижу. Далеко стою. Буду в краше. Бля, шо вы под сеткой бегаете, а? Впереди в бок, князь, впереди в бок. Потом в сторону дефать как-то. Князь, сюда в бок. Я хули по мне-то постоянно. Почему только по мне, ты по мужчине не стреляешь по краше? Ладохи потные, пиздец. На каждой херня у меня уже мышка улетает. Правильно убирай. Нормально, нормально, сейчас уже адреналинчик, да? Да пойдем же ходить. Да подожди. Я это, пускай пацаны побегают. Встань сбоку, встань сбоку. Я еще промахиваюсь. Он в меня хуярит, по-моему. А ты за живой, что ли? Нет, дохлый. Но ты все равно в меня хуяришь. Ладно, попробуй сквозь сетку. Не, по анимации сквозь типа сетку есть попадание. Регает сквозь сетку. Ты не видишь, под сеткой бегают, уши только торчат. Да, на эту сторону. На эту, да подожди, я сейчас так выловлю. Подождите, ребят, я сейчас иду за вами. Сейчас прям в корт зайдет, смотри. Впритык, когда идет. С пулеметом. Другой ебучий, блядь. Мне кажется, у тебя полный, по мне тупо фигачил в лазе. По мне херачил вообще. Все. Кто остался? Райан. Я остался. Ебать, у меня мало хп осталось. Мои поздравления. Что было, да? Покормите меня. Помогите, пожалуйста. Вы это у нас тут кроликов очень много померло. Ой, блядь, надо поднять. Витаминку кролику. Блядь, деньги у кролика отняли нахуй. Да, витаминку кролику, брат. Мы. Да. Противопоказаний не имею. Кроме того, что разговариваю, блядь. А чё, кролики говорящие еще? А еще после разговора с вами я тебе врачу самому сходить, брат. Куда пошел витамин? Подождите, доктор, там еще много лежат. Скажите, чтобы деда тоже поднял. Ты видишь, он твоих собратьев ушастых поднимает. Блять, капот открывай как. Когда он прыгает, ты открываешь капот. Давайте покажу, давай попрыгнемся. Давай потренимся. Давай. Вот, вот так. Ебать, вы что, не бонусишь, что ли? Нет, надо во время прыжка смотри, на счет 3. Да подожди. А, ну и так. Ой, я надеюсь. У меня не прыгают. А надо запрыгивать он в это время, когда ты запрыгиваешь. Бля, прикольно. Первый пошел. Первый пошел. Нихуя. Подождите, с интервалом, с интервалом. С интервалом. Не убьет. Ну, все, не двигаемся, как кто долетел. Следующий а пошел. Клюшкой дам. Во-во-во, кто это у нас тут? Ну, уже подальше следующий, в трусах. Пошел. А чего вы в трусах летите? Лучше без. Одежда слетела, наверное. О, кому-то не повезло там. Стой. Да нормально так упал. И я последний. Ой, Кирилл. Я последний вне конкурса ради интереса. Вот тут борьба между Кириллом и Гагом. Ой, Владимир. Обогнал. Так, кто Владимира перегонит? Все стоят на месте. Алекс пошел. Во-во-во-во-во-во-во. А нет. Оп, шансы, смотри, блять. Дед нас пошел. Толкает, понимаете? Вы разделись, то вы дальше не пролетите. Кстати, нас толкают. Ёлки-палки, вот сейчас нормальный старт у чувака. А хотя... Хуйня вообще, блядь, не а, нет, но он высоко очень полетел. Да высоко-то нахуй. Еще высоко, один. Дальше. Чтобы перелететь, три... Нет, ну тут это рандом, братух, это рандом. А, да, нет, от не рандом. Тоже, от водителя тоже зависит, в какой момент он капот вот откроет. Вот именно, да, блядь. Тут нихуя так не рандом. Надо сюда водителя. Все это, могу подбежать ради вне конкурса прыгнуть? О, Владимир на первом. Ну я просто Чериков ушатался, я прилетел бы чуть дальше. Кто за Райан и... Давайте вторая партия. Сейчас я выключу гелик, поедем на заключительный этап.
А, не, вот, а у... О, тут толпой сразу кидает. Не, сядь в любую тачку, поедем. Сейчас, еще раз. Блядь! Можно уезжать, да? Стой, меня убило, поднимите. Еще какой-то этап или что? Или едем в Хасанец где-то? А, три победителя сейчас за рюкзак бороться. Извините, я только подъехал, все кончилось. А, три победителя за рюкзак? Время, блядь, проебался. А, то есть, по сути, сейчас победители, да? Садитесь, да, за ними, поедем прыгать, в пульман, поедем за ними, в багажнике еще пассажирское есть одно. Все, нету. А по речке ехать, типа? Нет. А просто тут у нас лимузин по речке поебашил. Вы хотите трое? Дачи, пацаны, вам. Ой, блядь. Стойте, стойте, стойте. Вот тут встаньте. Бля, Владо, поднимайся теперь. Вот тут, вот тут, вот тут. А чё мы делаем? Давайте так сделаем. Я поставлю аудюху, на неё залезем. А как тут подняться? А кто три победителя? Владимир? На аудюху залазьте на крышу. Но это только те, кто победили, да, на этапах? Да, трое победить. Микель, слезь. Не мешай. И кто третий? Владимир, залазьте. Выравнивайтесь там. Только не Ваня. А что делать надо будет? По моей команде стартуете и плывете вниз по течению по реке Доталова. Ваша задача — передать банан князю, который будет стоять. Я увидеть его в белом, он будет стоять. Плыть вам километра два. Окей. Ну не, меньше. Километр или полтора. Игорь, я под карту провалился. Типа. А там пробы. Какому человеку надо передавать? В белом, на бусе стою. Отойдите, чтобы лишнего не было. Кто там сейчас ее заберет? Владзона. Владоза. Рядом, но еще... О, передал! Владоза выиграл. А Владимир не видно. Как же я устал. Поздравляю. Еще кто-то банан дал. Это я. Пацаны, всех вообще тоже, кто вот второе, третье, молодцы. На самом деле, там есть еще рандом, там типа по-разному водопады пуляют. Нет, зачем? Они могут так. Кому пульнуть? Второй левел могу отдать? Ну что, ребятушки, на этом все. Мы разыгрывали донатный портфель за 10 тысяч рублей. Я там, может, в начале видео сказал как-то, скажем так, ребятушки, непонятно. То есть заходим в магазин, вот такой вот мы портфель разыгрывали донатный. И было три этапа. Три победителя, и потом эти три победителя схлестнулись в последнем соревновании, в заплыве по речке. Единственное, что я вам смог показать только два этапа и, по сути, сам финал. Но, тем не менее, я думаю, что конкурсы, мероприятия в семье будут и дальше продолжаться. Потому, ребятушки, штат хороший, семья хорошая, всех жду в гости. Если что, ссылочки в описании. Ну, а наш семейный дом... Чикаго Люкс находится вот здесь, ребят. Обычно это 41-й, 42-й, 43-й дом. Но как бы по карте найти очень легко, ну, сразу справа от этой заправки. Так что спасибочки тем, кто досмотрел это все дело до конца. Не забываем ставить лайки, подписываться. Пожелаю вам, друзья, огромнейшей удачи и всем пока.